Пять месяцев потребовалось, чтобы привлечь к ответственности авторов поджога палестинского дома на западном берегу Иордана, в результате которого погиб ребенок и его родители. В воскресенье прокурор Израиля предъявил обвинение в убийстве на расовой почве 21-летнему радикалу из Иерусалима. Второй обвиняемый несовершеннолетний. Его имя не разглашается. Оба евреи. Кроме того, сегодня были предъявлены обвинения еще двум членам этой группировки. Мотив тот же – преступление на основании националистических мотивов. Поскольку их действия были крайне серьезны и мы считаем, что они очень опасны, мы сделали запрос на их арест, заявила прокурор. Это дело обнажило противоречие в коалиционном правительстве Нетаньяху. Входящие в его состав ультраправые отрицали причастность радикальных еврейских группировок к поджогам. Палестинцы до последнего не верили в то, что виновные будут наказаны, говорит брат погибшего. Это тест для израильского суда. Мы хотим, чтобы израильское правосудие вынесло реальный вердикт, и пусть оно будет справедливо по отношению к палестинцам хотя бы сейчас. В ночь на 31 июля в деревне Дума на западном берегу Иордана неизвестные бросили бутылку с коктейлем Молотова в дом семьи Дававши. Ребенок сгорел заживо. Его родители скончались в больнице. На стенах изгоревшего дотла дома нападавшие оставили надписи на иврите с призывами к мести.